Мои хорошие, счастье спит, оно устало. А у меня аж целых два счастья. Они играли и играли. Это сынуля. Я его накрыла дочкиным одеялом. Какой попалось, руки первые такими накрыла. Со слоником своим. А это доча моя, моя принцесса. Маминой солнышко, вот она. Вот мимо пройдешь, она просыпается. Ой. Что такое, маминя? Уйдё. Солнышко, маминя. Спи, спи дальше, мама, ухожу. Вы замечали, что бывает такое у ребенка полуоткрытые глаза или даже открытые, но он спит? Я, честно сказать, раньше не знала, что такое бывает. Все, вот нафига я ее разбудила. Мами! Она даже плачет так, знаете, так красиво, так сладко. Что случилось? А ну расскажи. Скажи зрителям, что у тебя случилось? Ты обиделась на что-то? За то, что мама тебя снимала, обиделась? Да? Да, маминя? Она мне серьезная девочка. Да, мамин птенчик? Ой, глазками только стреляет и стреляет, и все. Моя красавица. Мамин птенчик. Ты мамин цыпленок? Цыпленок мой. Вот такой же цыпленок, как вот этот вот. Только она еще не доросла до этого цыпленка. Да, мамина? Серьезная. Иногда бывают такие моменты, ее ничем невозможно заставить улыбнуться. Сейчас, по-моему, такой момент. Мамина! Эй! Думает, что это мама от меня хочет? Тебя как зовут? Как тебя зовут, а? Мои хорошие, только что проходила бабуля, заловка с зятем. Потискали моих деток, поиграли с ними и ушли. Да, мамина? Бабуля приходила, да? Расцеловала тебя, да, мамина? Сынуля! Серьезный такой, я не могу. У него привычка новая, нижнюю губу поджимать. Он уже взрослый парень, к нему уже так просто так не подкатишь. Мами! Ой, тихо, тут принцесса тут. Ага. А, не может свою игрушку снять оттуда. Это одна из ее любимых игрушек. Это. И вот это. А ну вот это возьми. Она родственникам устроила концерт, начала плакать. Сперва нормально восприняла их. Смотрела, разглядывала, потом как запела свою песню. Ну, рассказывай, что ты там рассказывал? Что рассказывал, сынуля? Я тоже как маленький ребенок с ними на их языке разговариваю. Да? Аля, мое сокровище. Глазки мои у него. Кто бы что бы ни говорил. Да, он похож на папу, но глазки мои. Тьё! А ты? Хам Паша сидит. Вы знаете, мои хорошие, вроде 7 месяцев я уже мама, 8 месяц пошел. Но я все равно до сих пор не всегда осознаю, что я мама. Это потому что я так долго этого ждала, так сильно этого хотела. Иногда бывает, я смотрю на своего ребенка, ну, одного из них, не знаю, может быть, на двоих. И смотрю, думаю, блин, это же мой ребенок, это же мои дети, наконец-то моя мечта сбылась. И я не верю своему счастью, что оно наконец-то со мной рядом, мое счастье. Блин, и меня иногда, знаете, настигает такой
Просто ужас, просто страх. Я боюсь, что что-то... Я просто боюсь представить, что что-то может случиться с моим ребенком. Иногда, когда смотришь новости какие-то, да, читаешь что-то где-то, там что-то где-то случилось с ребенком. Сколько бы лет не было этому ребенку, он чей-то ребенок, да, всегда. И я просто боюсь представить, что переживают родители в тот момент. Вот этот страх у меня часто, хотя я человек-оптимист по жизни, я всегда настраиваю себя на хорошее, но вот мысль, что что-то, не дай Аллах, может с твоим ребенком случиться, это просто невыносимое состояние. Сердце просто сжимается. Блин, я не могу передать словами, наверное, каждая мама это поймет. Не только мама. Наверное, есть и папы, которые это понимают. Но такое вот у меня бывает, представляете? Всего 7 месяцев я с ними. Я представляю, что будет, когда пройдет год, два, три, когда я уже точно буду осознавать еще, что это мои дети, что я... как будто они всегда со мной были. Когда моя любовь, мне кажется, будет расти и расти изо дня в день, она и растет на самом деле. Я настолько люблю своих детей. Я просто не представляю свою жизнь без них. Я даже не понимаю, как я жила раньше, вот, когда их не было. Не понимаю, как я жила. Ага, они там играют в этом своем бассейне огромном. С размером, конечно, папа погорячился. Такой огромный прям не надо было брать, надо было чуть поменьше взять, чтобы летом на даче его установить, и чтобы он места много не занимал. А так он займет у нас полдвора. На траву его не выложишь, потому что может проколоть снизу. Там ведь не только трава, там где-то кустики были подрезаны, да, ну, камень может попасть, да, всякое может быть. Вот. Вот такие вот дела у нас. Сейчас у нас почти 10 часов ночи. Они не спят, и, естественно, спать в ближайшее время не будут. Режима у нас как не было, так и нет. Я детей не заставляю спать, когда они не хотят. Я подстраиваюсь под их режим сейчас. Ну, и кормлю я их тогда, когда они хотят, и спать укладываю, когда они хотят. Ну, как бы я придерживаюсь такого, что... Секунду. Я придерживаюсь такого, что насильно я ничего не навязываю. И навязывать не буду. Точнее, я буду стараться ничего не навязывать. Ценуля возмущается. Да, мой милый солнышко. А вообще, я когда была беременная, я помню, даже когда еще даже не была беременная, я всегда думала, будет у меня ребенок, я буду его пеленать месяцев до 6 как минимум. Он будет у меня кушать по часам, спать по режиму. На его капризы, плачи я не буду реагировать первое время, а потом привыкнет. Я всегда говорила и думала так. И что вы думаете, это оказалось правдой? Нет. Казалось так, что не реагировать на плач и каприз своего ребенка невозможно. И пеленать я не пеленала. Дочь пеленали первое время, потому что она не засыпала, пока у нее руки раскрыты. Ее нужно было крепко запеленать, тогда она засыпала. Сын же с первых дней пеленания не признавал. Режима, как знаете, нет. Едят они мне тогда, когда захотят. Короче, все, как хотят они. Ага! Возмущение. Какую-то игрушку не может достать. Вот. Так что со временем взгляды меняются. Когда... О-о-о-о! Муж свои ботинки отшлифовал. Точнее, мы их отшлифовали. Блястят прям. Еники бия. Боятты. Боятты, ма? Чикмасм боя? А, покрасили обычной краской. Ну да, почистили, покрасили.
Sen de şimdi araba bakacağız ama durmaz spa. Ay yeter ya bu araba bak. Bir bakayım. Araba arıyoruz işte almak için. Sıfır almayacağım. Вот уже которое время, уже недели две, наверное, мой муж смотрит машину, никак не выберет. Смотрит, потом идет вживую смотрит, выбирает, точнее. Я ищу вживую машину. Да, ты ищешь машину, да. У нас, так как теперь двое детей, в этой маленькой машине, мы пока еще помещаемся, но если поставить автокресло, там вообще практически места не остается. Ну ладно, это уже другая история. И все, закрываюсь. Болтология на ночь. Болтология ни о чем. Я вообще умею разговаривать ни о чем. Сынуля, осла, ты что делаешь? Достал игрушку? Королевишна лежит на мне. Папа рядом. Ну-ка. Королевишна. Ай. Турбин Баки. Муж машину смотрит. Че, все, что ли, мамина? Потихо, потихо, подходи, ты же болтала только что. Рассказывай давай, как дела? Нет, не повернешься. Шпинки тоже текут? Когда вырастешь, мама, буду тебе показывать это твое видео. Сынуля ворчит, он у папы на руках, там не видно его.